Настроение у команды бодрое, да, сейчас был разбор перед игрой, но сейчас больше, наверное, мы смотрели свои, ну, как, работа над ошибками после игры с Москвой. Поэтому в таком формате разбор Краснодара более плотный будет уже завтра на утреннем собрании. Вот буквально меня собрание выцепили. Как и ко всем командам. Не устану это повторять на самом деле. Любую команду разбираем, готовимся. У каждой команды есть своя тактика, конечно, к которой мы будем готовиться. Только что посмотрели и положительные моменты, к примеру, как и надо делать, и какие-то тактические. То есть сделали акцент на том, когда ответственность нападающих, когда выбор тактики уже для связующих. То есть, и мне кажется, это было просто максимально быстро, что нужно чуть переварить это, чтобы уже даже не к ближайшей игре быть, а к росту команды и улучшению общей игры на протяжении там до конца сезона. Хорошая команда, они все равно сыграны. Вроде и много обновилось по сравнению с прошлым годом, да, у них обновился тренер в этом году, но команда показывает хороший результат в чемпионате, сильные стороны. Ну, по моим ощущениям, все равно у них очень акцентированная игра первым темпом. То есть тоже Юля Подскальная, она такая активная, запоминающаяся девчонка в своем амплуа. Вот, поэтому я думаю, это тоже одно из преимуществ сильных сторон Краснодара. Так можно все клубы перечислить, в которых я была. На самом деле, наверное, просто как и любой другой клуб. Тоже ко всем готовишься, то есть у меня нет никаких с ним терок, с этим клубом, что прям хочу разорвать их. Конечно, хочется выиграть. Взаимодействие с первым темпом у них неплохое, так же, как и сами темпы. Вариация атаки хорошая. Ну и, в принципе, та же взять, да, и диагональные у них с атакой, то есть круто косяки бьет, по линии может перевести, также у них и доигровщицы, с Котиком, я думаю, все знакомы. Марина Бабешина вернулась в волейбол, да, в большой спорт. Очень жду ее приезда, потому что хочется узнать, это все равно, это не просто. Как пришло такое решение, там, почему выбор именно этой команды, вообще, как у нее состояние, самочувствие, потому что все равно после такой большой паузы втягиваться очень сложно. Ты иногда после отпуска ты не можешь вернуться, а тут даже не знаю, сколько лет она уже не играла. Но все равно это такое грандиозное возвращение, грандиозный поступок, решение, поэтому в каких-то аспектах, я думаю, это плюс вообще для чемпионата России. Молодец, что могу сказать, она мне нравится. Как связка для меня была на примером, конечно. А сейчас, как мне кажется, объективно, она еще не успела сыграться с командой, пока она еще в стадии притирания. Но тактические какие-то действия, думаю, она может добавить. Она опытная. То есть Марина Бабешина опытная, она всегда опыт... очень многое решает в любом виде спорта. Поэтому игра уже завтра. Мы все это увидим, все посмотрим, в каком составе все это будет проходить. Поэтому приглашаю всех на игру.